Тот, кто владеет информацией, тот всегда найдет правильное решение. Интеллектуалы из школ и средних специальных учреждений Славянска на Кубани состязались в знании экологии. Турнир заинтересовал юных славянских знатоков. Экологическая библиотека. Так назывался турнир, проведенный клубом интеллектуальных викторин и игр Славянского городского поселения. И посвящен он был году экологии в России. Ребята в возрасте от 14 до 17 лет собрались команды, чтобы в открытой борьбе выявить самых знающих и находчивых. Мы подготовили вопросы, которые связаны с различными экологическими катастрофами, с безопасностью экологической, на вопросы на знания животных, флоры и фауны и так далее. Важна, конечно же, как для воспитания молодежи в духе экологического патриотизма, ну и, соответственно, повышение знаний различных в сфере биологии и экологии. 10 команд, из них 7 школьных, 3 от техникумов в малом зале городского дома культуры постарались проявить свои лучшие способности. Этому состязанию предшествовала серьезная подготовка. Изучали дополнительный материал, изучали экологические проблемы, изучали различные виды животных, которые обитают в нашей окружающей среде. К игре готовы? К игре готовы, конечно. Очень важно, чтобы команда была сыграна и дружной. Тогда ей по плечу любые турниры. Мы очень дружные, все представители 11 класса. И я думаю, что мы сможем себя проявить на этом мероприятии. По итогам турнира третье место у команды 17-й школы, второе – сельхозтехникума, а лидером стала команда 5-й школы. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».